үш жаңа бизнес жоба Қазақстандық кәсіпкерлердің эволюциялық серпінге дайын екендігін дәлелдеді. Жамбыл және Алматы облыстары, сіздер байланыстасыздар. Құрметті елбасы, жаңа инновациялық технологиялар еңбек жағдайын жақсартып, өнімділікті арттырады. Өніміміздің 60% Ресей мен ТМД елдеріне жеткізіледі. Біз экспорттық көрсеткіштерімізді көтеруге ниеттіміз. Господин президент, позвольте дать старт новому производству высококачественных металлоконструкций мощностью 18 тысяч тонн в год. Мы продолжаем развитие предприятия, завершаем строительство учебного центра по подготовке высококвалифицированных сварщиков. Этот проект мы реализуем совместно с компанией ЕСАП, шведским производителем сварочного оборудования. Мы уверены, наше предприятие внесет достойный вклад в развитие экономики страны. Уважаемый Нурсултан Абишевич, благодаря вашей поддержке у сотен тысяч бизнесменов есть возможность реализовать свои идеи и внести вклад в развитие страны. Наш проект в альтернативной энергетике этому наглядный пример. Коллективы трех новых объектов малого и среднего бизнеса просят вас, господин президент, дать разрешение на запуск. Я благодарю за этот вдохновляющий доклад. Именно для того, чтобы дать старт вот такому малому и среднему бизнесу в стране, мы проводим всю свою политику. Вы знаете, как я уделяю этому внимание. И вот сейчас вводимые объекты, они очень интересные. Жамбылская область славится запасами гранита на весь Казахстан. Все здания здесь в Астане, в Алмате, в других местах покрытые прекрасным гранитом из Жамбылской области. Металлоконструкции нужны, потому что весь Казахстан находится в строительных лесах, вы знаете. И дороги строятся, и комплексы строятся, и жилье строится, и социальные объекты строятся. Они все держатся на металлоконструкциях. Я всех вас поздравляю. Искренне рад, что к Дню независимости, празднику Казахстана вы дарите всем нам столь необходимые объекты. Самое главное, сотни людей, тысячи людей получили новую работу и совершенно новый уровень заработной платы. Значит, в каждых их семьях сейчас переживает радость. Спасибо, поздравляю, запускайте предприятие.